победой. Хороший матч. Забили два гола, не пропустили. Спасибо. Как складывалась игра? Ну, выполнили установку Иваныча. Была сначала установка попрессинговать их, а потом сели на свою, и мы готовили стандарты, наигрывали их долго. И вот выжили в этой игре со стандартов. Я подкушал. Так что нормально. То, что тренировали, то и забили. Никополю позволяли много контролировать мяч? Сознательно? Ну, мы всегда даем инициативу соперникам. Они катают, а мы забиваем. Чем-то удивили? Ну нет, мы готовились, смотрели их три игры последние, так что мы ко всему подготовились. Знали, что у них фланги, крайние защитники хорошо подключаются, так что я считаю, мы их перекрыли, практически не дали ничего создать. Дальше матч с лидерами? Да. Какой будет настрой, какая тактика? Да. Тактика в играх в каждой игре. Будем готовиться, смотреть их игры. Сейчас будет Жемчужина, Кременчук, так что будем настраиваться. Самое важное игры.